положить конец войне против планеты. С таким призывом к мировому сообществу обратился генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш во время выступления в Нью-Йорке в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Страны должны взять на себя обязательство к 2050 году свести к нулю выбросы парниковых газов и с 2021 года прекратить планирование открытия новых угольных электростанций. А также государствам необходимо общими усилиями собирать ежегодно 100 миллиардов долларов на защиту климата. Изменение климата – одна из главных тем дискуссий участников 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ежегодные прения продлятся до 27 сентября. Азербайджан на мероприятии представляет министр иностранных дел Джейхун Байрамов. По традиции прения открывает Бразилия, а за ней выступает США как страна, на территории которой находится штаб-квартира ООН. Первый день дебатов, кроме президентов Бразилии и США, в списке выступающих означены главы Кыргызстана, Узбекистана, Литвы, Ирана, Турции и других стран.